Добрый день, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередной мульчер от бренда Dubermed. Средняя версия косилки AGL-185. Косилка манипуляторная с гидравлическим смещением, с регулировкой по тангажу, по боковому смещению. Укомплектована гидроцилиндрами, рукавами высокого давления. Рукава высокого давления идут сразу же с быстросъемными муфтами. Длинный карданный вал для того, чтобы можно работать было спокойно во всех диапазонах. Фиксаторы, монтажные скобы, обслуживаемые боковые подшипники, изменяемый угол наклона заднего катка, очищающий нож для заднего катка. Самое главное, что необходимо для любого мульчера, для профессиональной работы, это открываемая задняя крышка. Она способствует значительному увеличению скорости работы мульчера. Как всегда, у всех мульчеров Dubermed это мощный редуктор с обгонной муфтой, встроенной внутри. 4 ремня, дополнительная защита на кожух ремней. Все подшипниковые узлы обслуживаемые. Как я говорил ранее, у нас крышка открываемая. Она может открываться под разным углом. Здесь у нас регуляторы, точнее отверстия, с помощью которых можно выставить разный зазор крышки. Заглянем, что у нас внутри. Электронно-балансированный вал с молотками. По желанию, если кому-то очень нужно, можем поставить Y-образные ножи. Вдали мы здесь видим пассивный нож на всю длину. Усиление более крупным планом. Чистящий нож, который не дает набиваться биомассе, измельченной на каток. Таким образом выглядит у нас крышка. Поднимается ручкой, удобно браться, удобно регулировать. Если возникнут какого рода вопросы, замечания, пожелания, предложения, пожалуйста, не стесняемся, пишем, либо звоним по указанным ниже телефонам. У нас горячая пора, только отгремела выставка Югагра 2019. Мульчер имел ошеломительный успех. Мы, как всегда, стараемся радовать наших партнеров и клиентов.